прыжок Василия Грищенкова. Во второй попытке Василий Грищенков мощно разбежался, отлично попал на доску с отталкивания и улетел в этой попытке на 17 метров 55 сантиметров. Есть новый рекорд спартакиады. Смотрите, спортсмен уже почувствовал, что он улетел далеко. Итак, рекорд Советского Союза побит сразу на 11 сантиметров. Вспомним, что Виктор Санеев показал результат 17.44, еще 17.